сделать? Они держат в руках иглы и нити. Они шьют эту белую ткань, которая находится между ними. И художник их сравнивает с римскими богинями, которые пряли нить судьбы. А эти женщины, они сшивают судьбы и семьи, которые были разрушены в военные десятилетия. И эта работа была действительно важна для всего населения, и мы действительно можем уловить в ней спокойствие и воодушевление. Благодаря лицам этих женщин их глаза закрыты, они совершенно спокойны, благодаря пастельной палитре и технике, которую автор использует. Согласитесь, работа напоминает фреску, даже может быть икону. Но здесь есть